на сериал о зависимостях под названием «Бывшие зрители» подсели с первого сезона. Финал второй части получился очень драматичным и вернул всех героев в точку невозврата. Но уже 21 января 2021 года фанаты проекта узнают, что дальше стало с Яной, ее родителями и Ильей. Съемки третьего сезона завершены. В последней серии второго сезона Яна сделала выбор. Ради спасения отца из тюрьмы она стала женой эксцентричного бизнесмена Кирилла, отказалась от наркотиков и обрезала все контакты с Ильей и с родными. В долгожданном продолжении отец Яны пытается наладить жизнь после ареста, а ее мать, распрощавшись с роскошной жизнью, ищет способы вернуть утраченные деньги, институт и свою дочь. Илья же пытается выбраться из состояния, которым его привело окончательное расставание с Яной, и находит новую работу благодаря необычной клиентке, писательнице с миллионами подписчиков. Получится ли у каждого из героев вернуться к нормальной жизни и избавиться наконец от своих зависимостей? Об этом мы узнаем уже совсем скоро. К своим ролям вернутся Любовь Аксенова, Денис Шведов, Виталий Хаев, Наталья Рогожкина и Софья Лебедева. В сериале также появятся и новые персонажи, например, одну из ролей сыграет Полина Гагарина. У певицы есть профессиональное актерское образование, поэтому можно надеяться, что она достойно дополнит уже устоявшийся актерский состав. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.